видите эти черные ящики? Они называются телефоны. И без вас это лишь мертвый кусок пластмасс, как заряженный автомат без обычного стрелять солдата. Только в случае с телефоном все зависит от каждого из вас. Мои тренированные стратониты, мои убийцы, не терпящие ничего отказа, мои бравые воины, которые не положат трубку, пока их ни клиент не купит или не сдохнет нахрен. И вот что я вам скажу. Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и бедняком. Но в обоих случаях я выбрал бы богатство. Потому что когда богатый человек решает свои проблемы, он решает их в своем лимузине, в костюме за 2000 баксов и в сраных золотых часах. Но если кто-то из вас хочет сказать мне, что я посредственность или материалист, то валите нахрен отсюда в Макдональдс, потому что там вам самое место. Но прежде чем вы покинете клуб победителей, я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел друг другу в глаза, потому что очень скоро этот человек остановится на своем старом раздолбанном Форде на красный свет, а ваш сосед остановится на блестящем Порше. Рядом с ним будет сидеть красавица-жена с огромными, тугими сиськами. А кто будет сидеть рядом с вами? Старая хабалка с трехдневной щетиной на ногах, в растянутой футболке, стиснутой между пакетами с едой из дешевого супермаркета. Вот кто будет сидеть рядом с вами. Так что слушайте меня и как следует. Вы задолжали по платежам за кредит. Круто! Подними трубку, набери номер. Вас выселяют из съемной квартиры. Круто! Подними трубку, набери номер. Ваша девушка считает вас грязным, ничтожным лузером. Круто! Подними трубку, набери номер. Я хочу, чтобы вы решали свои проблемы, набивая карман. А для этого вам всего лишь необходимо поднять. Я вас учил. Я сделаю вас могущественнее, чем самый богатый олигарх Соединенных Штатов Америки. Так что я хочу, чтобы вы сейчас взяли трубку, набрали своим клиентам и засунули акции Стива Мэддена прямо в глотку своих клиентов. И чтобы эти суки подавились. Я хочу, чтобы вы продали сотни тысяч акций. Будьте безжалостны, будьте жестоки. Мы, телефонные, мать вашу, террористы. А теперь давайте отымеем этих ублюдков.